С вами Фокс, я продолжаю репортажи со своей фермы. Вот началось какое-то интересное событие. Ага, видите, тут нужно помощь оказывать. Ну хорошо, я тут вот так случайно уже заработала 5 баллов. Да, и вот они какую-то красивую скамеечку потом здесь разыгрывают. Так, я хочу зайти сейчас к Грегу, посмотреть, что у него. Сегодня здесь. Вау, две штучки. Ой, прекрасно. Так, ну, то мне не надо. У меня склад переполненный. Так, и теперь куда? Давайте посмотрю, что еще здесь у меня. А, я что, уже выполнил это задание? А, начни обслуживать одного посетителя города. Выполни два грузовику. Так, видите, у меня все выполнены. И вот, что ж тут у меня, вот так вот получается. Так, ну что, я пошла в город. Так, сейчас надо посмотреть, кого тут у меня надо раздать. Так, вот так. Кто тут еще ждет? И... Ой, да, я что-то выполнила. А, то в магазине подарков нужно было кого-то начать обслуживать. Ага. Сейчас надо сделать такой тортик. Мои блинчики. Я вот тогда забыла запустить блинчики. Мне не хватает одного блинчика. Ну все, сейчас этим всем займемся. Так, а сейчас я быстро в долину. Так, надо посмотреть, за что сегодня дают двойное, ну, еще дополнительное вращение колеса. Так, ну, 8, это неплохо. А, грузовик, 4 доставки грузовика. Тыква, видите, хорошо. Ну, покормить животных. Ну, все это вполне доступно. Так, а что я хотела? Ну, мне больше надо зеленых насобирать. Сейчас посмотрю, где их дается больше. 4, если я сюда поеду. Что здесь? Ой, доставка. Что-то не хочется. А ну сюда. Ладно. Поехала, сделаю так. Все равно придется ехать туда. И что ж тут у меня? Беда. Ну ладно, хорошо. Подождем. Так, если кто-то думает, что я буду переживать из-за этого, я из-за этого переживать не буду. Так, надо собрать урожай, который я тут садила. Так, вот все соберу. Так, и что тут у меня? Белки надо запустить. Так, пчелы. Так, я пока мед запущу. Ой, у меня тут, оказывается, он есть запасом, да? Ладно, так, что тут у меня с моим кораблем? Ну, все, сейчас вот. Наверное, за деньги, да, ой, хитрые. Я туда обойдусь без него. Все, и вперед. Так, все, отправила я корабль. Так, ну и давайте смотреть, что ж тут у меня сейчас. Ага, вот. Так, ну, я сейчас начну и буду смотреть по очереди, что можно, каких животных мне кормить. Я думаю, что в первую очередь придется кур кормить.
Так, а рубля, я ж тогда хлопок сажала. Так, ну что, тут получается, что я все сделала, да? А вот цветы, видите, тоже, потому что хлопка не было, я не могла сделать этот один цветок. Чай, вот чаем, наверное, у меня здесь все уже. Нет, смотрите, кто-то взял, да? И вот что-то тут у меня этот сундук лежит где-то, где он тут? Так, мне это не надо. Удаляю. Так, у меня пока работает для корабля ускоритель. Так, ну вот две таких давайте сделаем. И надо вот рисовую. А здесь все, окей. И здесь удивительно. Так, ну тут ну, я точно знаю, что мне надо делать вот этот вот млечный смузи. Но я хочу просто посмотреть, какие у меня еще вот другие есть не сделанные. Ну, все понятно. Так, а вот с бутербродами я вот не помню. Видите, значит, две штучки все-таки мне надо сделать. Так, и пошла я смотреть, что здесь. Вот надо сразу. Второй. Что здесь? Третий. Ага, эти все у меня есть. То есть вот так вот все у меня получилось, что все уже здесь сделано. Ну, тут, по-моему, у меня все чисто. А вот тут уже надо проверять. Да, удивительно, все есть. А тут сейчас все будет. Так, четыре штучки. Я на корабле отдала. Ну, здесь вот не надо. 10, 15. Ну, видите, я бы сделала вот еще майонез. Ну, ладно. Ну, эти вроде гореть вот она делается. И у меня вот позаканчивались такие, да, ты где-то помогала кому-то. Ну. Ну, и начинаем делать. Так, что я хотела? Значит, этих у меня 22, а этих у меня 23. Теперь вот будет 23. Ага, платина закончилась. Ну, всего одинаково, с этих 14. Видите, этих у меня вообще мало. Вот и прекрасно сделаю такие. Так, свечи. Вот я помню, что я отдавала, да. Ну, воска пока хватает. Пусть пчелы делают мед. Так, а что же здесь у меня? Здесь я пока отдыхаю, да. Вот кофейный киоск. Что, никто еще не брал? Странно. Так, ну тут я яблочное отдавала, видите? Ну давайте я его сразу и запущу. Яблочное варенье. Вот мороженое, наверное, мне делать не надо. Сейчас проверю на всякий случай. Да, ой. Так, выскакивают такие глюки, проверю. Так, ну. Так, соки. 8, 11, 12. 15. Таких мне надо сделать побольше. А эти все есть. Значит, только нужно вишневый один пока запустить. Ну, а там посмотрим. Это же неизвестно. Что-то у меня так перескочило. Так, смотрю. Так, ну пусть пока. Значит, да, вот что мне надо сделать. Я же забыла. Вот. Так, значит, что я бы сделала еще про запас. Так, сейчас посмотрю, больше ничего мне не надо с этого делать. Все, так, сколько сделать? Давайте я вот так вот это и буду хлеб потом добавлять. Так, и давайте я вот что сейчас сделаю. Так, мне нужно кур накормить.
где-то я видела курицу. Вот она. Так, теперь кур. Так, я думаю, что сразу нужно покормить коров. Пока вот сразу как для коровы один корм, второй. Все. Так, теперь я иду сюда и смотрю. Так, это у меня все вроде есть. Значит, я хлопок вот посеяла, у меня добавилось. Ну, надо опять будет, наверное, сейчас его посеять. И смотрю, что здесь. Так, я могу сделать вот. Что же мне тут сделать? Давайте запущу вот так вот одеяло. На подушку хватит, мне уже не хватает. А что здесь? Ну вот, сразу нашла один, который мне не хватает. Значит так, мне точно надо будет жареные помидоры. Ой, посмотрите. Я жареные помидоры, так давайте сделаю пока один такой. Так, кошмар. Ну, а тут вот работы полно. Ну, здесь традиционно запущу. Так, и проверю, значит, сколько мне нужно 4 коричневого сахара. Я хочу, чтобы было 30 у меня в запасе. Ну, один пока этот. Ну, вот. Давайте сделаем все-таки 2 штучки. Как-то потратилось. И проверяю. Так, ну, давайте я сейчас сделаю молоко, а потом займусь сыром. Точнее, сделаю сливки. Так, ну, вот и вроде я все здесь разобрала. Так. Что делать еще? Значит, ну, давайте я посмотрю, что тут нужно посеять с такого. Видите, перец. Кунжут, брокколи, да? Так, знаете, что я все-таки посею чай. Он очень долго растет. Тут вдруг понадобится срочно. Так. Я его здесь сейчас возьму. Наверное, нет, здесь не получилось. Так, что здесь еще? Кунжут. Так, я вот смотрела, где-то было. А, вот пионы тоже. Уже так на исходе. И давайте я посмотрю, если сейчас у меня... Тут ничего нет. Смотрите, надо пшеницей заняться капитально. Тут всем надо заняться. Все, пока занимаюсь пшеницей. Так, у меня, я видела, закончилось вот кофе. Так, и что еще у меня с таких вот растений? Так, ну смотрите, видите, бананы, бананы. И малина уже на исходе. Так, я вот не поняла, что это. Я не могу собрать тут. Ага, вот. Эти вроде я все. Ну, стоп. Да, все уже. А с этими что делать? Ага, ну. Сейчас попрошу помощи. Так, ну и тогда все. На сегодня я с вами прощаюсь.